Всем привет! Вы на канале Покупки на диване. Я тут уезжал на 2 недели. Пришла посылка, и она вот 2 недели пролежала на почте. Только сейчас я ее забрал. Давайте откроем, посмотрим, что это. Так, продавец написал, что она стоит 15 евро. И написано, что это PSC1 Zelb Home. Так, это для того, чтобы таможенники с меня пошлину не взяли. И с меня не взяли пошлину. Как и пропустили они эту посылку. Так, смотрим, что же внутри. Все, пустой пакет. Я попросил розетку у продавца европейского типа 220 вольт. Ну вот, хорошо, прислали. С одной стороны USB вход, с другой стороны обычная розетка 220, обычной вилкой. И что у нас здесь? Юху! Йотафон. It combines the features of a regular smartphone with the benefits of electronic paper display. Йотафон 2. The world's first mobile that rethinks your relationship with smartphones. Ну что ж, распаковываем дальше. Обзор я по этому телефону снять не смогу, потому что у меня никогда не было такого телефона. Я могу только показать, что пришло. Так, стоимость я его купил на Алиэкспрессе, он был 108 долларов. Я воспользовался программой EPN. И мне этот телефон обошелся 99 долларов. Все, я больше ничего не платил за это. Когда при покупке я указал, что у меня европейская розетка 220 вольт. Вот, мне прислали дополнительно еще. Вернее, он вложил туда дополнительный переходник. Так, открываем. Здесь внутри запечатана наклейка. Так, здесь стоит прошивка, стоит китайская, ET206. Ну, у меня есть товарищ, который тоже уже купил на eBay такой телефон, он его перешил, поэтому я воспользуюсь помощью друга. Так, что у нас здесь? Так, вот сам телефон, да? Я смотрел обзоры, как эти телефоны, ну сам. Так, что у нас здесь? Запасные резинки для наушников. Что-то, наверное, я туплю в эту сторону. Итак, продолжаем распаковывать. Следующая коробочка. Это ключ для вытаскивания сим-карты. Дальше смотрим, что у нас в этой коробке. Так, понятно, да? Обычный шнурок. USB, микро-USB. Для зарядки телефона или... Дальше. Розетка. Да, розетка действительно здесь... Китайская, так что просто я смотрел обзоры, прислали нормальную европейскую розетку. Ну, у меня есть вот. Она, конечно, не оригинальная йотафоновская, но будет служить точно так же. Так, давайте перейдем к телефону к самому. Так, здесь у нас что лежит? Ну, понятно, всякие бумажки на китайском и английском языке. Дальше, как вытаскивать карточку, показана инструкция. Еще какая-то бумажка на китайском, книжечка на китайском. Ладно,
а потом выглядит новый. К чему-то он здесь какой-то пластик потертый. Чем-то насыпали они сюда. Где-то он лежал, непонятно. Ну давайте включим, как он включается. Еще не знаем. Так вот, кнопка Power сбоку. Какая-то стружка типа прилипшая. И вот здесь для книжки тоже какая-то стружка. Как-то видно, может быть, где-то упаковывали. Попало. Ну вот, ясно, все на английском. Ой, вернее, на китайском. Ладно, я сейчас пока выключу. Попробую включить русский язык и после этого продолжу. А, ну тут все очень просто. Тут оказывается, вот, просто она. Было покрутить и выбрать язык. Ну так, дальше что? Вставьте сим-карту, написано в описании в инструкции телефона. Верните телефон, чтобы приступить к настройке. Куда его поворачивать? Что-то я не понимаю. Ага, интернет. Выбор сети. Давайте, прежде чем настраивать, отклеивайте все пленочки. Потому что этот телефон я брал для себя. Но у меня уже в планах купить еще два таких. Так, а здесь что-то было. Добро пожаловать, Йота панель. С вас влево или вправо откройте другую панель, сделайте свайл налево. Ну, делаем. Ну, тут обучающий как бы ролик. Все, да. Все, обучение завершено. Спасибо. И так вот. Ну, в принципе, на этом все. Осталось мне только попросить, чтобы мне перешили телефон, обновили его до последней версии, и все, и буду пользоваться. Повторяю, я купил его на Алиэкспрессе, стоил он $108, через VPN-партнерку он мне обошелся в $99. За этот телефон я заплатил $99. Ссылка на этот телефон будет в описании, но сейчас он уже стоит, постоянно цена прыгает от, там, не знаю, ну, в пределах $120 он всегда стоит. Может быть, где-то дешевле, где-то дороже. Так что я ссылки дам даже будет, может быть, на несколько продавцов будут в описании, где больше всего, чаще всего покупают телефон этот. Телефон доставили очень быстро. Он дошел, я не знаю, за сколько, за полторы, по-моему, недели он доехал. Вначале продавец написал, что сейчас его нету, чтобы я немного подождал. И через 3 дня я увидел, что он уже отправлен. После этого, через полторы недели уже, я, ну как, посылка отслеживалась, увидел, что он уже доехал до моей страны. Вот так вот. На этом все. Всем пока. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Transfer the expensive resources of an Android to the energy-saving screen with one touch.
The electronic paper display banishes sun glare and gives you a wide viewing angle that ensures exceptional